Рождество – это подарок спасения с неба от Бога. С детства для меня Рождество обозначало начало многих примеров смирения и жизни Иисуса. Этот пример смирения Бог хочет видеть и в моей, и в вашей жизни. Рождество – это подарок спасения, посланный к людям от Бога. Рождество – это подарок для нуждающихся. Рождество – это рождение нашего Спасителя. Рождество – это Божий подарок любви и спасения. Рождество – это любовь, которую Бог нам дал. Рождество для меня – это путеводная звезда, которая указывает нам путь на небо. Рождество для меня – это Христос, который пришел на эту землю 2000 лет назад не только для того, чтобы родиться в убогих яслях, чтобы также родиться в убогой, запачканной грехом, пещере моего сердца, чтобы сделать из него храм, принести спасение, подарить вечную жизнь. Спасибо ему за это. Пусть радость Рождества будет в каждом сердце. С Рождеством вас! Рождество – это когда Иисус стал человеком, чтобы мы имели доступ к Богу. Рождество – это праздник отдачи. Вот так я понимаю Рождество. Я хотел бы немножко разъяснить. Бог – это является тем, кто сделал подарок для всего человечества, когда Он отдал своего единственного любимого Сына на землю, когда Он родился в яслях, прошел весь этот путь и умер на кресте, но не воскрес. И теперь те люди, которые имеют Христа в своей жизни, которые являются центром их жизни, очень важно, чтобы они делились этим подарком, то есть благой вестью об Иисусе Христе, чтобы они делились этим подарком с другими людьми. Это очень важно, потому что многие люди, христиане, утратили смысл Рождества, когда всего лишь дарят эти подарки друг другу. Но самое главное – задача и ответственность нас, чтобы мы делились благой вестью об Иисусе Христе, тем подарком, который Бог послал для всего человечества, с другими людьми. И вот так я понимаю Рождество. Рождество – это праздник отдачи.